этот маленький оранжевый смартфон – это Geekzphone Keon, младший из двух смартфонов, которые компания Geekzphone представила на МВЦ 2013. Основан он на Firefox OS, анонсированный, собственно, здесь же. Так как он младший, железо у него не очень выразительное. Перед нами экран с разрешением 320 на 480 точек. Внутри процессор Qualcomm Snapdragon S1, одноядерный, с частотой 1 ГГц. Оперативной памяти в смартфоне 512 МБ. Встроенные 4 ГБ. Ее можно расширить за счет карточки microSD. Камера у смартфона всего одна, на задней стороне 3-мегапиксельная. Набор интерфейсов для связи более-менее стандартен. Здесь поддерживаются 2G и 3G сети, есть Wi-Fi, Bluetooth, есть FM-радио. Как вы можете видеть, Firefox OS работает не то чтобы очень быстро. И мы, честно говоря, не знаем, с чем это сейчас связано. С тем, что сама Firefox OS находится еще не в финальной стадии. С тем, что железо у смартфона не то чтобы скоростное. Или с тем, что сам аппарат представляет собой пока что версию Developer Preview.